что же было предпринято местными властями для того, чтобы устранить весь вот этот бардак с мостом? Потому что я обращался вначале просто в Аршанский райисполком. Электронное обращение как бы потерялось. Ответа не было. Через 2 недели после того, как я не получил ответа, я лично пришел туда и задал им вопрос, на что мне ответили, что обращение мы не получали. Когда они узнали, что это находится в Крапивно, они дали мне телефон председателя сельсовета, чтобы я решил этот вопрос с председателем. Я звонил председателю, назначил встречу, пришел в приемный день. Все видео есть и записи телефонных звонков у меня на канале. Вы можете посмотреть их вот тут. Итог был ожидаемый. Председатель не может, естественно, решить этот вопрос. Она обратилась в филиал Витебск Автодора ДУ-39. Они сообщили, что у них нет финансирования. Необходимо финансирование из областного бюджета. Все, чем они ограничились, это поставили вот такие вот предупредительные знаки возле пешеходной части, загородили тротуары локами, чтобы люди не ходили. То есть сняли с себя ответственность в случае получения кем-то травм или разрушения моста. Раз у меня не получилось в одиночку это сделать, я решил действовать коллективно и создал вот такую петицию на PetitionsBuy. Петиция номер 2546. Здесь приложена карта с пометкой, где находится данный мост. Это примерно посередине между Оршей и Дубровно. Но территориально это относится все-таки еще к Аршанскому району, а не к Дубровинскому. На сайте вы можете увидеть текст петиции. Ссылка в описании под видео. Вот такой вот текст. Приложены 3 фотоснимка. Демонстрирующие вживую, как это все выглядит. А здесь был получен ответ. Мне ответили сначала из райисполкома и сообщили, что ориентировочная стоимость работ по реконструкции указанного моста составляет 990 тысяч рублей. По-моему, сумма многократно завышена. Так, проектно-сметная документация на проведение работ в настоящий момент не разработана. На основании изложенного такого-такого Таршанским райисполкомом направлено ходатайство в Комитет по архитектуре и строительству Витебского областного исполнительного комитета для рассмотрения вопроса о выделении денежных средств по ремонту. Так. О результатах ходатайства вам будет сообщено дополнительно. По информации PetitionsBuy, мне была направлена некая бумага с ответом 2 июля, которую я не получил. Я не знаю, отправляли или не отправляли мне что-то, но я ничего точно не получал. Ничего сказать не могу, что ответили в Витебске. Но судя по тому, что мост до сих пор не ремонтируется, ничего хорошего не ответили. Выводы делайте сами.